Нет невозможной любви. Одна жертва. Убийц четверо. Первый убийца – богатая вдова умершего человека. Ее ненавидят больше всех. Ей завидуют. Второй убийца – правая рука покойного. Ему доверяют меньше всех, его сторонятся. Третий убийца. Человек, нажавший на курок. Его боятся больше всех и лучше всех знают. Четвертый убийца. Не придет. Еще немного подождем. Он не придет, Эйшан. Ты, наверное, разговаривал с ним, Али. Что он сказал? Где он? Я не видел его с тех пор. Он сделал самое лучшее. Отомстил и уехал. А мы остались. Мы здесь, Эйшан. Еще немного подождем. 14 лет было недостаточно? Достаточно. Где ты был, приятель? Эйшан, проблемы с наследством есть? Надо поделить имущество. Половину того, что есть, надо отдать Джингизу. С этим есть какие-то проблемы? Нет, как я и обещала. Али, ты собрал людей после смерти Кинана? Сообщил им? Есть те, кто не согласен работать с тобой? Я этим занимаюсь. Пошли кого-нибудь в казино Джингиза. Пусть обсудят вопрос безопасности. Хорошо. Мы убили человека. Вчетвером. Мы убили одного из самых влиятельных людей Турции. Мы его кровью смыли то, что было между нами. Теперь мы в расчете, понятно? Понятно. Больше нет смысла выяснять отношения. Никто никого не будет преследовать, Али. Договорились? Мы похоронили тех, кто умер, и мы не сможем вернуть их, брат Али. С этого момента мы не будем оглядываться назад. А ты? Выяснение наших с Эзелем отношений закончилось? Ты, наконец, расквитался с нами, Эзель? Я не Эзель. Отныне я не Эзель. С Эзелем покончено. Я умер. Отвечу на твой вопрос.
Все кончено. Я расквитался с вами. Со всеми? Со всеми. Прощай, Эзель. Омер. Ты был таким строгим, чтобы они не поняли, и я догадалась. Что будем делать, как договаривались? Встретимся вечером, и я сделаю все, что ты скажешь. Где ты хочешь жить, а? Омер. Неужели на самом деле закончилось? Ты придешь ко мне? Теперь мы сможем быть вместе. Эйшан. Омер. Я должен тебе кое-что сказать. Под словом «закончилось» имеется в виду любовь Омера к тебе. Любви больше нет. Я больше не люблю тебя. Но мы говорили. Ты обещал мне. Ты сказал неправду. Ты нарочно сказал неправду. Иначе ты не согласилась бы. Или согласилась бы. Ты больше не любишь меня. Не люблю. Я не верю. Я не верю. Ты все еще любишь меня. Я не верю. Четвертый убийца, умный и безжалостный, попрощался с прошлым. Попрощался раз и навсегда. Думаю, мне подойдет. Если убрать 3 сантиметра снизу, то точно подойдет. Красавчиком буду. Отрезай сразу половину. Да ладно тебе, у меня ноги длиннее, чем у тебя. Эйшан. Ну как? Смешно выгляжу, да? Нет, почему смешно? Держи. Хорошо. Теперь ты держи. Омер был умным, ты это хочешь сказать? Нет, приятель, я говорю, что сначала надо забыть Эзеля в стиле Али. Прогони прочь все, что раздражает тебя, гнетет, давай, давай. Ох, Али, да ты, оказывается, психолог. Давай ты, я посмотрю. Без проблем. Вот, смотри, вот так. Эзель — любитель и знаток искусства. Избавляемся от нее. Эта картина стоит несколько тысяч. Может, будем просто делать вид, что избавляемся, брат Али? Только не это... Образованный и начитанный Эзель, да? Избавляемся? Нет. Нет, 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 ладно. Господи, брат Али, погоди. Ладно, погоди, брат Али. Ладно, не утруждайся. Я сам, хорошо. Хорошо.
А! Подушка. На ней спал Эзель. Вот тебе. Туда смотри, туда. Видишь? Чудо техники, компьютер Эзеля. Все там, не так ли? Все планы, которые Эзель вынашивал столько лет, все там. Ну как? Здесь есть папка на каждого из вас, знаешь? Сколько стаканов ракы выпивает Али? Что купил в этом месяце Джингис? Во сколько Эйшан выходит из дома? Спать в кровати много лет. Лежал здесь. Меня мучила бессонница. Я сжимал зубы каждую ночь. Эзель игрок. Эзель читал всех словно книгу. Эзель, который планировал. Эзель, который все рассчитывал. Эзель, который никому не доверял. Эзель, который всех подозревал. Эзель, который использовал людей. Нельзя позволить Эзелю быть счастливым. Нельзя позволить Эзелю любить. Это лицо. Ох уж это лицо. Где ты? Где ты? Выходи, наконец! Я знаю, куда стоит пойти. Неужели нет того, кто всегда видел тебя прежним? Может, поговорим? По поводу дней, когда я смогу видеться с Джаном. Я хочу возить его в школу. Всегда. А! Ты думаешь о перестановке мебели в доме? Я могу подкинуть идею. В первую очередь,
Надо сменить всю мебель. Дом только выиграет. Но купи все новое, красивое. А вот здесь... Вот здесь, смотри сюда. Вот здесь нужен бассейн. Джингис. Да, идем, идем, идем. Джингис. Послушай меня, вон там. Ну как? Бассейн. Нет. Новый дом, новая жизнь. Ты только представь. Я сказала нет, ты не понимаешь? У меня есть жизнь, и мне не нужна новая. А. С Умером, да? Человека по имени Омер нет, Эйшан. Есть. Омер, возлюбленный Эйшан, есть. Омер умер. Ты убила его. Я убил его. Эзель убил его. Человека по имени Омер нет, Эйшан. Он сказал, что не любит тебя, я все слышал. И ты забудь. У тебя огромный особняк, куча денег. Наслаждайся жизнью. Смирись. Смирись. Ваша любовь закончилась. Что это? Ты никогда не понимал нашу любовь. Пусть дом будет твоим, и я иду на поиски Омера. Ты наверняка слышал обо мне. Но есть то, чего ты не знаешь, я хочу рассказать тебе, если позволишь. Все, что связано с тобой, меня не интересует. Я быстро. Он позвонит Али, прошу тебя. Он уже звонит. Азат, всего 2 минуты. Йохан. Не звони. Не надо, я сама все улажу. Это последний шанс для меня и Умара. Все в прошлом. И сейчас пора, пришло время. Я не могу найти его. Он убегает от меня. Ты это хотела сказать? Зачем ты мне об этом говоришь? Чтобы ты помогла мне. Чтобы ты поняла меня как женщину. И как мне тебя понять? Я не отправляла любимого человека в тюрьму. А что сделал любимый человек? Сделал предложение руки и сердца, а потом выставил за дверь. Забрал деньги, дом, все. Обманул, сказал, что будем вместе, и заставил убить человека. Потом сказал, что солгал, не любит, сел в машину и уехал. И ты забудь о нем. Он сказал, что не любит. У тебя нет гордости? Он любит. Ты приносишь ему одни несчастья. Все знают об этом, Эйшан. Никто не верит. И никогда не верил. Хоть ты поверь. Скажи, где он? И я хочу поговорить. Все закончилось. И если сейчас он уйдет... Азат, прошу тебя, помоги мне. И я тоже скажу тебе кое-что, о чем ты не знаешь. Плачь сколько хочешь. Мне все равно. Я прекрасно знаю таких женщин, как ты. Твоя проблема вовсе не Умер. Я люблю его. Сколько всего произошло, а ты до сих пор любишь? Ложь. Ты ищешь, чью бы жизнь еще загубить. Нет. Как жаль. В каком я теперь положении? Он до сих пор меня любит. Я такая совершенная, такая изысканная. Ты ведь так думаешь, так? Нет. Ты пришла ко мне как женщина к женщине. Но не для того, чтобы я поняла тебя. Ты думала, что я сжалюсь и скажу тебе, где Эзель. Потому что ты умная. А я наивная и куплюсь на твои слезы. Не смей. Не смей говорить, что тебе жаль меня. Если надо кого-то пожалеть, то вас.
Тех, кто боится, что Омер простит меня. Тех, кто не верит нам. Потому что если вы поверите, то поймете, что у вас не такая яркая любовь. Не такая всепоглощающая. У нас с Омером именно такая любовь. Если мы будем давать друг другу обещания и нарушать их, и если расстанемся, и нам придется убить человека, чтобы снова быть вместе, в любом случае мы будем любить друг друга. До самой смерти. Не хотите помочь? Не надо. Да, я могу прийти и встать на колени, рыдать, умолять. И мне не стыдно, потому что я люблю. И я пойду на все. Если ты не понимаешь меня, это значит, что ты никогда не испытывала подобное чувство. И не надо жалеть меня, Азат. Пожалей лучше себя. То, что не доделал ты, закончил я, Омер. Потому что я не делал тех ошибок, которые сделал ты. Кроме нас здесь никого нет. Скажи правду. Тебя убила не тюрьма, не ненависть, не месть, не пламя, а любовь, Эйшан. Поэтому я нужен был тебе, не так ли? Я должен был положить этому конец. И я закончил. Я сделал то, что ты никогда не сделал бы. Мы оба знаем. Любить Эйшан значит проиграть ей. Еще ниже ты уже не упадешь. Больше не будешь кричать, задавая вопрос: почему? Почему? Ты хотел, чтобы я сделал это, и я сделал. Давай, выходи, наконец. Моя работа закончена. Ты больше не влюбишься в Эйшан. Я все уладил. Как Омер? Как ты вернешься, Омер? Почему я не чувствую тебя? Почему я не могу вспомнить себя? Выходи! Все закончилось. Выходи, наконец! Выходи! 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 Выходи, говорю, я хочу вернуть себя. Выходи, 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 сказал. Я сделал все, что надо было сделать. Я сделал, я стрелял, убивал, мстил. Я сделал все, я больше не хочу быть этим человеком. Хватит, хватит с меня. Я хочу быть Омером. Я хочу, чтобы Омер вернулся. Самое сложное я сделал сегодня, брат Али. Я понял, приятель. Я бросил Эйшан, брат Али. Больше она ничего не сделает Омеру. Конечно, не сделает. Я хочу вернуться домой. Но этот человек вселился в меня. Я не хочу быть этим человеком.
Это безжалостный, жестокий человек. Ладно, хватит, Омер. А если ничего не осталось? Может, больше нет Омера? Идем, брат. Идем. Вместе найдем Омера.